Здравствуйте, всем привет из Новосибирска, с вами Лариса. Я нахожусь на Курчатова 1, здесь Ашан в торговом центре. Я что-нибудь куплю до дому и сниму вам обзор, что будет на сегодня. Так, мандарины Марокко 189 рублей, грейпфрут 159. Яблоки 111 фасованные, 139 галла. Свекла 40 рублей. 40 рублей 43 копейки, если точно. Картошка по 39. Картофель белый. Выбирать надо, много лопнутый. Картофель красный 46. Редька зеленая 59. Лук репка 39, красный лук 49, имбирь 200 грамм 89 рублей. Обалдеть, капуста 103 рубля 95 копеек. Обычная капуста, мама дорогая, какая дорогая. Чеснок весовой 379 рублей. Лук серебристый называется, 99 рублей килограмм. Яблоко Айдаред 129, 139 Смит. И вот красное яблоко 129. Груша 329 Санта-Мария. А груша Пакхам 289. Ну-ка, бананы. Бананы. Бананы 109,99. Ну, бананы спелые, неплохие. Лимоны 139. Апельсины сетки фасованы 169,149. Яблоки Ценаголд. Виноград белый Кишмиш 229 рублей. Лимон фасованный 119,90. Вот был 189, стал 119. Написано за килограмм. Не знаю. 36% скидка. Свежий огурец 159 рублей. Короткий огурчик 450 грамм 149. Здесь на разновес 199 короткий огурец. Тыква 99 рублей килограмм. Салат китайский 199 рублей. Так, помидоры 239 сливовидные и 369 вот круглые. Редиска 119 рублей, здесь полкилограмма. Грибы фасованные 69, здесь 250 грамм, шампиньоны. Лук зеленый 9 рублей 99 копеек. Был 39. Ну, он такой. Его надо обрывать, конечно. Полежал. Ну, можно выбрать чисто на салат. Этот уже по 39 лук. Укроп 100 грамм 39. Петрушка 39. Ну, все 39, 100 грамм. Капуста 289 рублей весовая. Можно побольше, поменьше, свежая. Чайник 2,999, 1,7 литров. А вот такой чайник 1,999. Фен дорожный 1,099. Блендер 2,199. Вот мультирезка 2,399. Миксер 899, соковыжималка 2,5, ну 2600 почти, фен 1699, о, машинка для стрижки 1299, кофеварка 3,299, мясорубка 4,999.
прибор для выпечки. 3999. Погружной блендер 1999. Вот такой блендер 4999. Мини-парники 109. Вот такой две вставки. Набор для рассады 199 рублей. Вот такие горшки. Горшки 6 рублей. Всякие разные горшки под цветы. Земля грунт 25 литров 102 рубля. Универсальная. Тут вот лук на посадку, севок полкило 185. Опрыскиватель 1 литр 79 рублей. Стаканчики по 5 рублей. Вот такие вот торфяные по 3 рубля для посадки. Побелка садовая 159 рублей. Краска для деревьев 229. Разные стимуляторы роста здесь. От клещей даже здесь есть. И карбофос, муравьин. 12, 17 рублей, 39 рублей, 40 рублей. В общем, куча всяких пакетиков. Наколенник 399 рублей садовый. Туалетная бумага по 5 рублей, по 7 рублей есть. Веник 151 рубль. Женская сорочка 179 рублей. 56 размер. Ну, тут есть и 50, и 48. Халат 599 на замке. Разные плавки 189 269. Вот такая солонка для перца на подставке 175 рублей стоит. Для зубочисток место. Ну, это бокалы всякие. Дорогие, больше 100 рублей все. Вот такая вот декоративная бутылка для крема. 154 рубля. Терка для сыра ручная. 399 рублей. Набор герметичных пакетов для хранения. Баночка. 74 рубля. Термометр на магните 152. Соевый соус всегда здесь берем. Вот такой классический. Вот сейчас 54,90. Был 67 в прошлый раз. Надо взять. Рис 108 для плова. Томатная паста 89. Манка. Что-то дорогая, 89. Спагетти шпинатные. Томатные. 65 рублей. Вот такая лапша 44,90 из твердых сортов. Оливки 119. С лимоном, с перцем. Сыром. Гречка на этот раз есть. 84 рубля гречка, 99, 119. Все 800 грамм. Есть вот такие большие пачки. 330 рублей, здесь 3 килограмма. Рис 67 рублей, 88 рублей, 89. Вот где-то примерно цена. Сахара нет. 74,49 цена. И его нету вообще. Шоколадки по 49 рублей. Elkin Gold. Шоколад российский 39,90 в ассортименте. Всякий разный. Цена нормальная. Молоко
полтора литра, почти 99 рублей отборная. Филе бедра индейки был вот 556, стал 359. Вот упаковки. Ну, как понимаю, вес здесь разный. А это у нас филе малое, написано 219 рублей. И тоже индейки. 219 рублей килограмм. Вот. Было 340, стало 219. 35% скидки. Но это филе можно взять. Так, фарш домашний 184. 400 грамм. Из телятины 336. Фарш деревенский 207 рублей. Все по 400 грамм здесь. Кролик 671 рубль. Гуляш 339, свинина. Что тут у нас еще? Свинина для духовки 440 кусок. Ну, в общем, так, цены. Не скажу, что дешевые. 362 вот такая свинина. Яйца 30 штук, 229. Ну, почти 230 рублей. 30. Масло 96 рублей, такое подсолнечное. Ну, здесь вес 900 грамм, 0,9. Здесь замороженные продукты. Курица 197, головы замороженные 63 рубля. Индейка замороженная 700 рублей килограмм. Готовые котлеты 157 полкило. Всякие сочные биточки по-киевски. Вот цыпленок табака 294 рубля. Готовы взять и сразу запекать с приправами. Утка 277 рублей. Набор для тушения 128, окорочок 266, бедро 235, так, желудки 137 рублей килограмм, есть желудки 226, 137 это полкило, 226 килограмм, сердце 335 килограмм. Грудка 308, есть грудка 277, от производителя зависит. Куры охлажденные 175, печенка 193 рубля килограмм. Филе 413, вот по 187 курицы. А это у нас что, зразы натуральные из индейки, 199,90. Здесь половина килограмма. Голень индейки 295. Филе бедра 359. На этом я свое видео заканчиваю. Всем пока, до новых встреч.